Вот смотрите, фотографируйте. Путину нет. Антиправительственный митинг. И машину, номер машины. И с той стороны. А что он закрывается, фура? Его сфотографируйте. Да, и поместите. Вот. Вот они предатели. Давайте номер машины. Номер машины. Правильно. Пускай едет в Америку. Да. Или куда подальше. Он не нужен нам. Сняли, да, вот этот лозунг? Да, снимите его, снимите. И в Государственную Думу направим. Путину нет. Живет в России, и Путину нет. Хлеб есть, сало есть наше русское. Пользуется всеми благами. И выступает Путину нет. Где живет семья Путина, скажите. Вот. Надо вот с этими яблочниками. Живет семья. С яблочниками нужно. Учиться можно везде. Скажите, вот где же? Вот. Моя семья здесь живет. Это моя родина. Это не ваша родина. Где живет никто не выступает учиться против президента. Учиться можно везде, за границей. А править страной он здесь. И не надо на него говорить плохо. Для себя ставим. Почему? Почему уезжать я должен? Уезжайте, потому что вам тут не место, Путину нет. Путину нет. Как? Путин наш президент, мы голосовали за него. Это ваш президент, вы голосовали. А раз наш, мы живем россияне, мы в России. А вы можете убираться в свое Чикаго, в Америку и живите там себе на здоровье. Так. Вы ездите на наших машинах, пользуетесь нашим бензином, нашими продуктами, те, что вырастили, хлебороды. Вы мне хоть копейку дали. Вам кто дает? Вам Америка дает. Государство вам дает. Вам государство дает. Работа, жить, квартира. А кто вам дает? Нормальные вы люди сейчас. А кто? Машину чем ты купила? Машина мне подарила государство. Не государство, ты заработал и купила. А если ты не заработал здесь, в России, а где купила? А при чем здесь государство? Как при чем? Я заработал. Государство вам дает возможность. Если я не буду работать в Краснодаре, голодные мои дети умрут. А кто мне работу дает? Путин. Путин дает, а не вы. Правильно, правильно. Да. А работа мне дает. Я, например, пенсионер, мне Путин пенсию дал. Не ты мне пенсию дал. Путин. Конечно, а что ты мне дал? Да. Копейку не даст. Он у вас последнее заберет. Пенсию дают вам из бюджета. От нас, от работяг, от всех. А не от Путина. Путин слуга у нас. Да ничего не слуга. Я работаю благодаря Путина, а не благодаря вам.